Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в планы многих людей. Так что же делать, если вы заблаговременно забронировали тур, однако не сможете никуда поехать? Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для возврата средств за туристическую путевку. Главное условие для туристов, чтобы данные договора были заключены до 4 апреля 2020 года, и данная страна, в которую собирался турист, была включена в перечень стран, в которые сейчас выезд невозможен. Для возврата денег необходимо, чтобы туроператор не находился в процессе реорганизации и ликвидации и против него не ввели процедуру банкротства. Процесс возврата денежных средств проходит в несколько этапов. Туроператор формирует список туристов, которым необходимо выплатить денежные средства. От туриста необходимо составить требования о выплате денежных средств и направить в адрес туроператора в течение полугода от, получается, апреля 2020 года. Однако, если заявитель не предоставил полный пакет документов, ему могут отказать в компенсации за поездку. Есть и такие ситуации, когда туроператоры попросту отказываются возмещать деньги. В таком случае здесь действует закон о защите прав потребителя. Верховный суд уже высказался по этому поводу. Здесь мы привлекаем в ответчики не только турагентство, но и туроператора, который непосредственно практически всю денежную сумму берет за путевку. И подаем уже исковое заявление в суд. Юристы уверяют, что практика по таким делам положительная, и туристу можно требовать полное возмещение своих кровных.